Премьер-министр отметил, что по состоянию на 21 июля в России развернуто около 400 стационарных пунктов временного размещения беженцев, в которых находится 26 тысяч человек. Более 10 тысяч из них – дети. Всего же украинцев, вынужденных бежать с территории боевых действий в Россию, в разы больше. Всего на нашей территории сейчас находится 144 тысячи людей, которые обратились в Федеральную миграционную службу за получением статуса, не связанного с работой. А в общей сложности правительством уже выделено 4 миллиарда 940 миллионов рублей на проблему, связанную с беженцами. Ко всему прочему, срок рассмотрения заявления на получение временного убежища сокращен с 3 месяцев до 3 дней. Также правительством принято решение о предоставлении беженцам единовременной финансовой помощи. Кроме этого, Дмитрий Медведев отметил, что не за горами осенняя пора, и людей необходимо будет переселять из пунктов временного размещения в более комфортное жилье, а детей устраивать в образовательные учреждения. Важно разъяснить все организационные моменты, в дальнейшем помочь адаптироваться людям к российским программам. Уже в ближайшее время пора определиться с порядком приема учебных заведений.